Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Астролог Глоба рассказала, когда закончится пандемия коронавируса. Эпидемия коронавируса начнет спадать в ближайшее время. Такой прогноз дает известный астролог Тамара Глоба на своем канале в YouTube. По словам женщины, своих клиентов она уже предупреждала о пандемии COVID-19. Сейчас же многие обращаются к астрологу, чтобы узнать, когда ситуация с коронавирусом завершится. Этот период продлится в течение года. Но надо сказать, что будет принимать разные формы. Она добавила, что сначала к прежней жизни вернутся жители регионов. По оценке специалиста, это произойдет к концу апреля. К середине мая обстановка стабилизируется в Москве и других крупных городах. После 10-12 мая пойдет постепенный откат к прежней, докарантинной ситуации. Я бы обратила внимание на вторую половину мая, начало и конец июня. При этом Глоба уверяет, что многие государства не станут открывать границы. По ее мнению, в некоторых странах до 2022 года включительно будут действовать ограничения на въезд. Ранее известный телеведущий и врач Евгений Комаровский опроверг заблуждение о пользе целенаправленного заражения коронавирусом. Медик, наоборот, порекомендовал соблюдать гигиену и самоизоляцию. По последним данным, в России зафиксировано 5389 случаев заражения, 658 из них выявлены за последние сутки. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 355 человек, 45 пациентов скончались. Друзья, берегите себя, оставайтесь дома. Друзья, благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях, делитесь видео со своими друзьями, ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. И до встречи в новом видео!